Я не понимаю. Неужели Арасаки перестала хватать своих людей? А вы сами гляньте, ситуация в городе накаляется. Пиджаки знают, проскочит искра, заполыхает весь Джапантаун. Подавление беспорядков лучше доверить тем, на ком нет твоего логотипа. А, вот и ты. Ну, что мы здесь делаем? Ты скоро увидишь. Мне удалось собрать дополнительные сведения. Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру-сама? Его убийца. Ты представь, какой цинизм. Только я все равно не понимаю, что это нам дает. У меня есть мысль. Взгляни на небо. Этим маршрутом пролетят платформы Даши. Если мне удастся попасть на платформу Ханако-сама, я смогу с ней поговорить. Попасть? Как? Запрыгнуть, конечно. И как вы хотите это устроить? Пока ты занималась своими темными делами, я собирал информацию о платформах. Все они стоят в одном месте, в промышленном парке Арасаки. Там их готовят к параду. Нам нужно всего лишь пробраться на территорию, найти нужную платформу и загрузить в нее вирус. Тогда ты сможешь выключить охранные системы, а я проникну внутрь. Так, а дальше? У меня есть щепка с вирусом. Пришлось много заплатить, но продавец клялся, что она сработает. Ну, идем дальше. Получить контроль над платформой — это еще не все. Меня беспокоит охрана, особенно снайперы. Я буду для них легкой мишенью. Но, кажется, решение есть. Акада говорила о камерах наблюдения. И если мы получим к ним доступ, то узнаем, где позиции снайперов. Ты устранишь их, чтобы я смог пройти. Окей, без проблем. Совсем без проблем. Это ведь большой риск. Я уже как-то успела привыкнуть к большим рискам. А теперь предлагаю провести тест. Нужно проверить щепку. Пункт управления камерами перед нами. Тебе надо войти и запустить вирус в систему. Больше ничего. Ага. А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пивка? Я никогда не пью на работе. Я буду прикрывать тебя. Теперь за дело. У нас мало времени, Ви. Сработало! Все готово. Доступ есть. Отлично. Щепка работает. Самое простое позади. Пробраться в промышленный парк Арасаки будет гораздо сложнее. Но это мы обсудим потом.
Садись. Я со вчерашнего дня не ел. Дайте мне лучшее из вашего меню. Я бы посоветовал попробовать и якитори. Что угодно, только не местную. Заходите завтра. Кто бы мог подумать, что этот арасачий выродок будет нам как-то полезен. Таким псам, как он, главное дать нужные команды. А когда он выполнит задачу, мы его пристрелим за ненадобностью. Может, пристрелим, может, нет. Посмотрим. Рад, что ты меня понимаешь. Только смотри, нашему песику тоже могла прийти в голову такая мысль. Это что такое? Ты, якитори. Смотри, я составил план. Раз. Мы забираемся в промышленный парк Арасаки и взламываем платформу Ханака-сама. Два. Во время парада ты с моей помощью убираешь снайперов. Три. Я забираюсь на платформу. Четыре. Я рассказываю правду Ханаку-сама. Это такой хитрый ритуал сеппуку? Что? Почему? Вы явно хотите, чтобы нас всех убили. Только не понимаю, почему. Я знаю, что мы сильно рискуем. Но у нас нет выбора. Вся наша надежда на Ханаку-сама. Нам обоим уже нечего терять. Это видно по твоим глазам. Теперь разделимся. Я должен пойти на разведку. Чё зависит? У меня все равно дел по горло. Займитесь этим сами. Я так и сделаю. Повар! Сделай погромче! Йоринобу. Он самый. Он уничтожил последнюю преграду, которая мешала ему прийти к власти. Ну да. И все его поддержали. Арасака. Это был монолит. Пока Йоринобу не пробил в нем брешь. Все началось с него. Все эти фракции. Борьба за влияние. Все это ксо. Я только одного не пойму. Почему Сабура это терпел? Со своим же сыном не мог справиться? Арасака-сама был строгим и сильным человеком. Сильнейшим из всех, кого я знал. И все-таки в ключевой момент он проявил слабость. Из-за Йоринобу? Из-за дочери. Когда Йоринобу собрал приспешников и объявил своей семье войну, Арасака-сама мог раздавить их одним приказом. Но он этого не сделал. Это стало бы ударом для его дочери. Когда Йоринобу вернулся домой с поджатым хвостом, она убедила отца дать ему второй шанс. Ты понимаешь? Ханака-сама спасла Йоринобу от наказания за его проступки. Скоро спасать его станет некому, если только Ханака поверит нашей версии событий. Может, и совесть проснется? Вдруг у дочки Сабура она есть? Ты забегаешь вперед. Я пойду на разведку. Пожалуйста, дождись моего звонка. Ви, я провел разведку местности. По голосу слышу, что все получилось. Да, все готово. Я высылаю тебе координаты. Приходи, как только сможешь.
Ты очень вовремя. Как там ваша разведка? Думаю, я получил достаточно данных. Комплекс хорошо охраняют, но мы должны справиться. Платформы стоят в главном ангаре. Твоя работа — просто пробраться внутрь. И как же? Чем тише, тем лучше. Ты же у нас воровка. Я не сомневаюсь в твоих навыках. Ты должна найти самую большую платформу и запустить вирус в ее систему. А вы где будете? Постараюсь отвлечь их внимание. Они не должны узнать, что мы задумали. Ты знаешь, что Варасаки не любят больше всего? Когда нарушается связь и не получается связаться друг с другом, они сразу решат, что это диверсия. Начнется хаос. Я буду на связи. Я внутри. Хорошо. Теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Я внутри. Ищи самую большую платформу. Пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую, устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую систему. Thank you.
Ну, платформа в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь. Видишь, полный хаос. Даже крыша понемногу. Ви, крыша, уходи через нее. Рядом несколько зданий поменьше. По ним ты спустишься вниз. Ви, лучше поторопись. Арасака вызвала Ави. Работало. Неплохо, Ви. Так, что теперь? Теперь и тебе, и мне. Надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Как будто это я их ищу.